Добро пожаловать на обзор обновления Simple Car Crash Physics Simulator Demo. Была добавлена новая машина, а точнее Нива. Теперь в русской бимке на Android 3 машины. При выборе авто Ниву можно красить в 2 цвета. Сам кузов и крышу с полосой посередине. Сама моделька что снаружи, что внутри на 5. Да, есть многополигональные угловатые запчасти, но в играх на Android это простительно, ибо не у всех будет достаточно FPS. Все индикаторы и огни работают как надо. Подвеска тоже. В этой игре она капец как круто сделана, аж смотреть приятно. Ну а теперь надо бы расколотить эту Ниву, так как это симулятор аварий. Для начала заспавним другую машину, пусть это будет компендос. Итак, набираем скорость, чтобы этот удар был максимально эпичным, и выжили мы почти 80 км в час. Ну, я ожидал, как-то будет поэпичнее. Ну, не знаю, блин. Как-то ей мало досталось, поэтому предлагаю ее нафиг скинуть с этого обрыва. Я думаю, к концу обрыва от нее особо-то ничего и не останется. Поначалу идет все нормально, но сейчас у нее начнут отваливаться детали и так далее. В общем, вы сами сейчас все увидите. Вот она уже начала дымиться, ну и капец, конечно, все, что можно было, отвалилось практически. Багажник немного странно так болтается, но ничего страшного. Ну вот, как-то так, это все, что осталось от нашей Нивы. Что ж, автопарк мобильной почти бимки теперь расширился. Делаем ставки в комментах, какой автомобиль добавят в следующем. Ссылка на игру в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.